Сейчас здесь тоже будем делать снятие гель-лака. То, что у нас предыдущее покрытие было несколько слоев больше. Мы снимаем бережно. Снимаем именно с помощью хорошего жидкости. Эта жидкость не сушит ногти. Мы это все рассказываем клиенту. Именно объясняем, что жидкость в первую очередь используем для того, чтобы не сушились ногти, ногтевая пластина, чтобы вы долго ходили здоровыми ногтями. Это нужно всегда говорить. Мы снимаем сейчас остатки. Так, отдыхаем. Ручку отдыхаем. Да. Снимается гель-лак всегда с апельсиновой палочкой, а не металлический пушер. Это отличается от того, чтобы пушер, она может царапать ногтевой пластину. Имеет острый кончик. Здесь только апельсиновая палочка и ничего другого. То есть она бережно снимает. Даже этой палочкой мы не можем царапать сильно ногтевой пластину, чем пушер. Вот. Затем жидкость, то, что используется, вернусь на жидкость, объясню, что эта жидкость один из лучших марки. Это Джессика. С ее компанией мы работаем, вся косметика наша только Джессика. Используется всегда для люкс-класса, профессиональными подхода. Это нужно объяснить. Вот мы снимаем ноготь сама по себе. Здоровый вид, прочность. Имеется не сухая, и то, что мы снимаем, видим именно первое прямо покрытие, от первого покрытия. Вот. И всегда оставляем жидкость именно для того, чтобы от 5, от 7 до 10 минут. То есть это зависит как раз, сколько слоев, да, у нас покрыто гелем. Жесткие гель-лаки, где не снимает, не справляется на жидкость. То есть они абсолютно твердые, спиливаются только с насадкой. Это отдельные гель-лаки, которые сами по себе жесткие. Да, на дальнейшем я буду еще поделиться с другим секретами, чем мы делимся. Все остальное на дальнейшем видео рассказывать будем. Всем хорошего дня. До свидания.